В Москве жуткие морозы, но на этой неделе на боксерском ринге было очень даже жарко. В главном бою года сошлись чемпион, россиянин Денис Лебедев и его соперник Сантандер Сильгадо. Его здесь полюбили называть «дерзкий колумбийский претендент». По традиции, перед главным боем публику разогревали чуть менее значимыми, но такими же захватывающими боксерскими поединками. А в перерывах гостей развлекали звезды шоу-бизнеса. Гвоздем программы стало выступление рэпера и большого поклонника бокса Басты Раймса. Мне очень нравится в Москве. Очень классный город. Я всегда приезжаю с удовольствием, потому что тут меня всегда ждут. И у вас очень красивые девушки. Но даже поддержка Басты Раймса не помогла колумбийцу одолеть Лебедева. Действующий чемпион мира по версии Всемирной боксерской организации с первых минут держал инициативу в руках. Налицо была большая разница в классе. Все завершилось уже в четвертом раунде. Это поражение стало для Сильгадо первым в карьере. Ну, немножко застоялся в одном раунде, да, это моя вина, но мне такое бывает иногда. Но я был собран, внимателен, ручки на месте.